Мои хорошие, мои любимые, привет, добрый день. Вот вышла на балкон, хочу понять, какая погода. Яндекс пишет 21 градус. Сейчас время, ну, где-то 12 часов. Может быть, 13. И, слушайте, не знаю. Счастливые часов не наблюдают. Мой ветерок вон как задорно крутится. Получается, но он на углу. Получается, есть ветер. Не знаю, как одеться. Хочу пойти гулять. Хочу пойти гулять. Осталось разобрать белье постиранное и убрать в шкаф. Одеться и пойти гулять. Да, ветра, ветра, ветра. Какое все пыльное. Шкаф, какое пыльное все, боже мой. Надо протирать. Стол какой пыльный. Мои тапки, интересно, высохли? Высохли полностью. Высохли. Роскошно. Буду ходить в своих тапочках. Потому что сейчас я хожу в мужских тапках. Так, надо закрыть балкон, потому что я скоро выхожу из дома. Не знаю, видно или нет, хожу в таком платьишке. В домашней футболочке. Могу себе позволить все, что угодно. Так, тапочки заношу сюда. Чуть-чуть еще им досохнуть. Совсем чуть-чуть. Так, из-за того, что ветер, я прикрою балкон ненадолго. Одеваюсь и выхожу гули-погули. У меня только что был прямой эфир. Так здорово поболтали. 1,5 часа на одном дыхании. Да вот смотрю на цветы. То ли их вынести, то ли поменять воду. По сути, есть еще хорошие такие достойные цветочки. Ну, а по сути, можно было бы уже их и выбросить. Ой, не знаю, так-то жалко. Я люблю, когда в моем доме цветы. Эту футболку поносила всего лишь один день. Вчера после прямого эфира «Давай жрать апельсины» и все залила. Вы посмотрите, как поросенок, просто как поросенок. Все уделано апельсинами. Придется опять стирать. Вот эти вещи нужно разобрать. А, плед высох, тот, который я в зимние месяцы Алании куталась на балконе, все высохло. Платья высохли, шортики высохли. Нужно все растолкать в шифонер, одеться и бежать. Вот о чем я вам говорила в прямом эфире. Помолола на второй скорости. И оно прям, знаете, в труху. Слушайте, так классно. Такое мелконькое-мелконькое. Такое прям заварное-заварное. Так, забрать надо мусор, одеться и выйти из дома. Так, мусор, мусор, мусор. Мусор, мусор, мусор. Смотрите. Конфетки, фруктики, водичка. Кстати, воды надо купить. Вода закончилась. Воды нужно купить. Вы посмотрите, какая прелесть у меня есть. Цветочки, такая милота. Это мне Тахирчик подарил. И у меня еще один такой букетик есть. Еще один такой букетик. Букетик конфетик. Вот. Вот он, вот он, вот он. Вот. Кстати, тут еще из-за ветра у меня упал этот стакашек, разбился. Вчера это было или позавчера, не помню. И пришлось поставить в новый. Но посуда бьется к счастью, это точно. Так, так, немного парфюма, немного парфюма, немного парфюма. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Слушайте, проблема у меня с зарядным устройством, с кабелем. Я же тут его пыталась починить и изолентой заделала. Ничего не помогло. Ничего не помогло. Нужно новый кабель. Не могу понять, где мое второе зарядное устройство. Я обнаружила потерю, когда вернулась из Мерсина. Конечно, дома у меня никто не мог его взять, это 100%, но я его куда-то положила, хотя куда я его могла положить? Либо в ту тумбочку, либо в эту тумбочку, либо в ту тумбочку, которая под телевизором. Не могу найти. Это прям, знаете, аж бесит. Я бы хоть кабель поменяла, что ли. Вот в этих вот штанишках пойду. Какую-то футболку плотную надену. Футболку плотную. И естественно, без трусов. Естественно. Потому что счастливые трусов не надевают. Чего вы там пишете плохо про мои шорты? Чем они плохи? Чем плохи мои шорты? Чем? И чем плохи мои платья? Ну вот
прекрасное платье. Чем оно плохо? Ну вот вы тоже прям не знаете, до чего доебаться уже. А ну гляньте, какое платье прекрасное. А ну гляньте. И не надо ничего гладить. Ой, трикотажненько. Прекрасное платье. Да как мне в нем красиво. Обалденно просто. Просто обалденно. Так, так, так. Мне нужно все положить. Это сюда. Так, домашняя одежда. Так, это футболочка. Это футболочка, шортики. Домашняя одежда у меня на второй полке, на средней. Так, это сюда. Халат, брючки. Это вот сюда, на эту полку. У меня все, весь трикотаж лежит. Весь трикотаж лежит, и на плечиках висит только то, что в принципе может помяться. Какую мы наденем туничку? Так, если шортики, если штанишки бело-черные, то очень хорошо вот эту футболку. А, нет. Нет, не эту футболку надену. А какую надеть? Одеть-то даже не... Может, что новое достать? Вообще, идеально было бы белую футболку. Белую футболку. Так, вот здесь у меня все белое хранится. Вот это что за футболка? My Queen. О, вот это может хорошо бы. Да, вот это бы хорошо. Да. Так. И черную туничку, потому что ветер. Как раз здесь буквы черные. Черные. Черный рисунок на штанах, клеточка. И че, ой, блядь, пахнет так, знаете, чем? А, сейчас скажу. Я положила сюда кусок мыла из Вайкики. Фух, блядь, и пахнет Бияс Сабун, вот этим вот белым мылом ароматическим. Ой, как пахнет сильно, даже, мне кажется, запах парфюма это не перебьет. Ну, так, я уже подухарилась. Так. Это. Ну и все, собственно говоря. Ну и все. Плед досох. Надо плед куда-то положить, в какой-то мешок, может быть. У меня был плед, но я туда положила подушку. Не, был у меня такое отделение, туда положила подушку. Ну, пока вот так вот сверну. Он же такую форму имеет не очень аккуратно, потому что он с рукавами. Так. Вот сюда. Угу. И вот она моя туничка. Вот она моя туничка. И прекрасно. Такой вот бело-черный вариант. Все, я готова на выход. Пойду позавтракаю. Прекрасно. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Хорошее настроение и вам желаю. Если бы я вышла ненадолго из дома, я бы тоже пошла в футболке. А так пришлось надеть тунику, чтобы не прохватило. 21 градус. Ну, не очень жарко. Я уже стала местная. Мусор выбросила. Водичка в руке. Зайду позавтракаю в Гёзлиме Алейна. По вечерам здесь так много народу, и все курят. Это просто какой-то дурдом. И все курят просто. Снимаю без стабилизации. Возможно, камеру трясет. Я желаю вам доброго дня, отличного настроения. Позавтракаю и пойду к морю, конечно. Конечно, конечно, конечно. Я так за ним соскучилась. За морешком. Короче, смотрите, у меня яйца с колбаской. Айран. Ты шикюры дари? А, Тахир уже поел, пока меня ждал. Все. Приятного аппетита. Поем и пойдем гулять к морю. Это лучшее начало дня. Как же клево сидеть у моря.
О, это просто супер. Народу много, все гуляют. Сегодня есть ветерок, но море такое прекрасное. Судакова? Видео? Видео, видео. Судакова? Судакова Султан. Судакова Султан. Судакова Султан. Только что видели мою подписчицу. Рассказываю, кыс YouTube. Рассказываю. Так много народу, который купается. Очень много. Сейчас покажу. Народу так много купается. Вы гляньте. Людям ветер нипочем. Людям все нипочем. Немножко штормит. Но так с наслаждением здесь сидишь, так с наслаждением здесь находишься. Вообще. А мне Тахирчик цветочки подарил. Розочки. А там оставила в Гюзлимешной. Тахир. Бенсоли. Чечет. Что там случилось? Волосина, волосина. Вчера мыл, домыл. Губиним, Сач. Проблем ёлк. Подарил мне цветочки. Эвет. Эвет. Он не понимает. Я не знаю. Ага. Эвет, чек, верно. Мотор. А, ну нет, Гюзлимая линия. А, там. Поставила. Потом заберу. Когда пойду домой, заберу. Супер.